И только что мы получили заявление российского МИДа. Москва глубоко обеспокоена силовой операцией на юго-восточных районах Украины, где уже есть первые жертвы, и призывает международных партнеров осудить действия Киева, чреватые катастрофой. В Москве глубоко обеспокоены начатые украинскими спецслужбами при поддержке частей регулярной армии силовой операции в юго-восточных регионах Украины. Уже имеются жертвы. Преступно воевать со своим народом, выступающим за обеспечение законных прав. Националистический хаос вновь захватывает Украину. Происходящее свидетельствует об упорном нежелании киевских властей наладить столь необходимый стране диалог с украинскими регионами. Никому нельзя оставаться безучастным к трагической эскалации ситуации на Украине. Мы призываем наших международных партнеров осудить эти антиконституционные и чреватые катастрофы действия так называемых новых украинских властей.